Каменных Иван Иосифович, командир пулеметного взвода 250-го гвардейского полка 83-й гвардейской Городокской краснознаменной дивизии. Родился 13 февраля 1922 года в новой деревне Пермского края. С декабря 1941 года воевал на фронтах Великой Отечественной войны. В 1942 году наш земляк окончил курсы младших лейтенантов. В 1944 году курсы усовершенствования офицерского состава. К апрелю 1945 года гвардии лейтенант Иван Каменных командовал пулеметным взводом. Отличился во время боев в Восточной Пруссии. В ночь с 25 на 26 апреля 1945 года взвод Каменных переправился через залив Фрише-Хаф на косу Фрише-Нерунг в районе Пилау. Блокировав две немецкие пулеметные точки, бойцы взвода успешно уничтожили их расчеты, благодаря чему смогли переправиться основные силы. Пробравшись в немецкий тыл, Иван Каменных обстрелял из пулемета немецкую колонну, вынудив сдаться около 130 солдат и офицеров вермахта. 29 июня 1945 года гвардии лейтенант Иван Каменных был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». В 1946 году Иван Иосифович Каменных был уволен в запас, проживал в Кунгуре, работал на одном из местных заводов.